Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня расскажу о таком интересном сайте для заработка на телефоне без вложений, как ВК-серфинг. Я думаю, многие о нем уже слышали. Ну и вот немножечко для начала. Для начала вам необходимо зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию будет внизу под описанием видео. Итак, заходите, регистрируйтесь по ссылке и потом переходите в настройки. Нажимаем настройки. Там вы видите свой ID, свой номер телефона, к которому привязано, свой Gmail. Далее. Вам необходимо будет привязать свои профили. У меня привязаны профили ВКонтакте, в Инстаграм и в Телеграм. Для начала посоветую зарегистрироваться не через соцсети, а через почту. На почту вам придет уведомление. Переходите по нему, подтверждаете и потом переходите в настройки, открываете профили, жмете «Добавить профиль». Вот. У меня уже привязан профиль Instagram, профиль ВК и профиль Telegram. На ТикТоке меня нет, поэтому я его не привязывал. Нажимаете «Профиль Instagram», прописываете все, что там необходимо. Идете назад, привязываете второй профиль, третий или четвертый, если у кого что есть. Далее. Все, с этим вы закончили. Можете начинать работу. Нажимаете на три полоски слева, сверху. Переходите к заданиям. Вот они, ваши задания. Вот. В качестве примера покажу, что у нас получается. Есть предложение на подписки в Инстаграме. Нажимаем Инстаграм, подписаться, жмете подписаться, все, вы подписаны. Нажимаем возврат и жмем эту кнопочку. Готово, задание выполнено. Ваш баланс пополнен на 10 копеек. Вот обратите внимание, сейчас у меня 29 рублей 59 копеек. Нажимаем следующее. Подписки. Подписчики. Опять также подписаться. Возвращаемся назад и нажимаем проверку. Заметили? 29,69. Вот она. Дальше жмем. Опять подписываемся. Опять возвращаемся. Опять нажимаем проверку. Задание не выполнено. Такие вещи случаются, когда уже превышено количество регистраций по этому заданию. Перепроверяем. Видите, задание недоступно. Закрываем окно, переходим к следующему. Опять подписчики, опять задание недоступно. Следующее, опять недоступно. И так до конца. Вот, пожалуйста, это задание открыто. Подписываемся. Жмем назад. Проверка. Ну, 20 копеек капнуло. Листаем дальше. Следующее. Тоже недоступно. Закрываем окно. Идем дальше. Опять недоступно. А все почему? Потому что на этом сервисе работает довольно-таки много людей. И, соответственно, задания могут очень быстро закончиться. Обновляем. Вот, пожалуйста, появились следующие задания. Опять подписчики, подписаться, возврат, проверка. Готово, оплачено. Следующее. Подписчики, подписаться, назад, проверка. Вы заметили, что мой баланс повышается с каждым разом. На 10, на 20, на 15, на 5 копеек. В зависимости от того, сколько рекламодатели платят за выполнение этих заданий. Так, задания на Инстаграме закончились. Обновляем страницу, возможно, появится еще. Вот, пожалуйста, еще раз. Опять подписываемся. Возвращаемся назад. Проверяем. Следующее задание. Подписываемся, возвращаемся назад,
Проверяем. Готово. Еще раз обновляем. И еще одно задание. Опять подписки. Подписаться. Назад. Проверка. Все. На данный момент задания на Инстаграме закончились. Обращаю ваше внимание, что вот у меня привязаны профиля ВК, Инстаграм и Телеграм. Инстаграм – это самая такая платящая сеть, на которой максимальное количество заданий. Проверяем Телеграм. Нажимаем, обновляем страницу. Заданий на Телеграме нет. На Телеграме заданий очень мало. ВК. Обновляем страницу, проверяем, тоже нет. Ну, на ВК немножко побольше заданий, но в любом случае Инстаграм, он по своей процентовке намного превышает по количеству заказов. Еще раз обновим, на всякий случай проверим. Нет, все, задания кончились. Вот видите, сейчас у меня уже 30 рублей 54 копейки. Так, теперь по поводу вывода. Нажимаем три точки. Вот, пожалуйста, мой баланс, кнопка «Вывести». Но так как вывод, минимальная сумма на вывод 50 рублей, поэтому я на данный момент заказать ее не могу. Мы можем посмотреть, что у меня было. А, ну да, это уже все. Вот способы вывода денег через WebMoney на телефон, на Яндекс.Деньги и на Kiwi кошелек. Я, допустим, работаю через Kiwi кошелек. В течение месяца можно около 4 раз выводить. Это около 200 рублей. Я думаю, 200 рублей за такие мелочи никому из вас лишними не будут. Каким образом я работаю? С утра зашел, выполнил все задания, вышел. Проходит какое-то время небольшое, появилось у вас свободное время, зашли, обновили страницу, проверили, сделали все задания, вышли. 5, 7, 10 раз в день можно заходить, там, в зависимости от вашего свободного времени. И все. Все очень легко и просто. Скажу еще, что оплата приходит, она приходит не моментально, но примерно через 3, 4, 5, 6 дней. 6 дней – это максимальное количество времени, через какое мне приходила оплата. Ну вот, как-то так. Пробуйте, регистрируйтесь, работайте, зарабатывайте. Всем удачи, всем пока.